В Казахстане силовики приступили к зачистке центральной площади Алматы. Правительственные здания в Нур-Султане взяты под охрану. Обстановка в городе сейчас спокойная, в пресс-службе мэрии сообщили, что все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, за исключением банков, они пока не работают. МИД России рекомендует россиянам в Казахстане оставаться в гостиницах в связи с введением комендантского часа. Также им рекомендуется следить за сообщениями ближайшего дипломатического представительства России. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.